Президентские тесты, вот я сказал, 2,5 миллиона человек участвовало, в декабре завершается, мы будем награждать тех, кто сдал президентский тест. А конкретизировать это, больше всего у нас в стране занимается борьбой, порядка 30 тысяч человек, начиная от детей, заканчивая профессионалами. Боксом порядка 20 тысяч человек занимается. Занимается вот яркий пример, в Астане никогда не было, коль я сам занимался водным поло, этот вид мне очень дорог, вот в Астане никогда не было, в Целинограде, в Астане никогда не было школы водного поло. Сейчас это наш город, наша столица становится законодателем моды. Детей, порядка 500 детей ходит у нас вот в бассейны, один из них находится 25-метровый возле стадиона «Локомотив», бассейн «Казахстан», бассейн «Алатау», там у нас дети занимаются, везде занимаются, вот правильно воркаут говорят, воркаут, у нас площадки созданы, там народ занимается, я смотрю, подтягиваются, бегают, вот. Утром вы придите, прекрасно здесь Акимат построил беговую дорожку длиной 3,5 километра большой круг, 2,5 малый. С утра вот вы придете, посмотрите, там очень много людей, ну, разных возрастов занимаются. Кто на лыжероллерной трассе едет, кто бежит, кто просто идет с палочками, сейчас тоже это модно стало, модно. Поэтому также... Я думаю, это везде проходит, потому что когда человек в здоровом теле, здоровый дух, поэтому очень много людей хотят быть здоровыми, симпатичными, красивыми, вот как наши олимпийские чемпионы.